Красному Глоринга Воробьев Алексей, Челябинская область. Алексею 15 лет, стаж занятий боксом 7 лет, имеет первый юношеский разряд. Победитель области и УФО. Всего провел 35 боев, 31 одержал победу. В том числе провел 2 международные встречи, в 2 победил. В этом бою техническим нокаутом победу одержал боксер из красного угла ринга Воробьев Алексей, Челябинская область.